плезиозавр. Гигант юрского периода. Если тираннозавры без сомнения самые раскрученные из сухопутных динозавров, то наиболее популярным из морских ящеров можно считать плезиозавра. Герой множества фильмов-страшилок, в том числе японской кинокартины «Легенда о динозавре». Не стоит забывать, что и знаменитая Несси из Шотландского озера тоже, по всем признакам, плезиозавр. Плезиозавриды, кажется, мало изменились за 135 миллионов лет эволюции. Как самый старый член этой группы, плезиозавр уже имел все основные черты морского ящера. Его тело длиной до 3,5 метров было коренастым, шея относительно длинной по отношению к телу, короткий хвост. Его конечности приняли форму длинных плавников в форме весел. Он не двигал ими, как веслами, но махал вверх-вниз последовательно, как птица. Плавники были закруглены на концах. Пальцы конечностей были составлены из 10 фаланг, обычно 5 или меньше. Поскольку лопатки и бедра были относительно плоскими, они обеспечивали обширную соединительную поверхность для мышц конечностей. Брюшные позвонки, с одной стороны, служили для соединения костей плечевого пояса и таза, с другой – для защиты мясистых частей нижней части живота. Эта функция была важна, потому что самкам приходилось искать в песке место для кладки яиц. Они передвигались только с помощью своих плавников. Яйца, вероятно, откладывались в ямку, вырытую в песке. По последним данным, предполагают, что плезиозавры все же были живородящими животными. Плезиозавр был рыбоядным животным. Он не был особенно быстр, но его длинная шея сделала его очень проворным животным. На конце длинной шеи был череп небольшого размера, но с острыми сильными зубами. Именно эта шея и челюсти сделали плезиозавров настоящими хищниками. Если уменьшение конечностей и общей структуры тела указывает на то, что плезиозавры были не очень быстрыми, то напротив, подвижность шеи была совершенно фантастической. Поэтому плезиозавры, несомненно, были великолепными хищниками, охотясь на рыб и головоногих. Останки этих животных были найдены в окаменелых желудках плезиозавров. Хищный динозавр, хорошо приспособленный к жизни в водоемах, хотя ему и приходилось выныривать на поверхность, чтобы вдохнуть воздуха. Спасибо за просмотр. Если не подписался, подпишись. Если не поставил лайк под видео, лайкни.